И мы решили дать скидку на застоявшуюся технику от салона. И будем смотреть от обратного, с вашей стороны. И сделаем действительно хорошее предложение с расчетом почистить склад. Предложение, конечно же, не бессрочное, действует, пока мы не передумаем. Начнем с мотоцикла Vels PR300. Это полноразмерная эндуро, колеса 21-18, подвеска без регулировок, сзади прогрессия. В комплектации ручки-неломайки, алюминиевые лапки КПП и тормоза, пластиковая защита рук, фары Husqvarna с диодной лампой. А самое ценное в нем – это алюминиевые диски и мотор. Тут он 172 с балансировочным валом на 25 лошадиных сил. Ставим цену 167 тысяч рублей вместо 179 990. Найдете хоть одно предложение по мотоциклу с таким мотором дешевле? Конечно же нет. Пока есть 4 штуки. Продолжим среднеразмерным Rocket Raptor. В зеленом цвете что-то застоялись. Мотоцикл очень хорошего качества, отличная компоновка, богатая комплектация. Нерегулируемая, но хорошая подвеска. Конечно же, прогрессия. В комплектации фара с диодной лампочкой, руль Fatbar переходной 28/22. Подушка на руле и подсос тоже тут же. Алюминиевая защита рук, хорошие тормоза, алюминиевые диски 21/18. Ступица фрезерованная, сзади шестиболтовая звезда. Алюминиевая ножка КПП, есть счетчик моточасов, но мотор тут 172 без баланс вала. На 21 лошадь. Делаем цену 179 тысяч рублей вместо 190-130. И я вас уверяю, таких цен нигде нет за такую комплектацию. Если считаете по-другому, дайте обратную связь с доказательствами. Пока есть 3 штуки. Следующий — это 232 XT-шка от Motoland. Среднеразмерный эндуро, просто хотим его продать. По комплектации фара LED Husqvarna, поворотники Lexus, цифровая приборка, руль 28-22, подушка на руле, подсос там же. Алюминиевая лапка КПП, шестиболтовая задняя звезда, золотая цепь, есть багажник, подножки для пассажира и ПТС. По-интересному, тут алюминиевые диски 21-18, а двигатель 172 с балансировочным валом. Кстати, выхлоп Powerbomb. Ставим цену 172 тысячи вместо... Забыл. 172 тысячи вместо 178 410 рублей. И это снова лучшая цена за эндуро с ПТС с такими характеристиками. По этой цене осталась только одна штучка. И еще один мотоцикл, но не эндуро. Это Mirage 250. Универсальный мотоцикл, предназначенный и для дороги, и для бездорожья. Мотоцикл, сильно напоминающий Tekken. Мотор тут 250 кубов на 17 лошадиных сил и на балансировочном валу. Широкие шины, сзади 130 баллон, спереди 110. И, конечно же, с ПТС. Ставим цену 183 тысячи вместо 196 400. Скидка составляет 13 400 рублей. По этой цене есть только одна штука. Кому что нужно? Пишем связному.